Спонсор прогноза погоды – аптека.ру. Где все это искать? И сколько это стоит? Дешевле, чем ты думаешь. Все закажем на аптека.ру. Аптека.ру. Всегда выгодно. В воскресенье в Самарской области пасмурное небо, снег будет идти целый день. Температура воздуха днем плюс 1, минус 2 градуса, ночью от 0 до 2, ниже 0. Ветер преимущественно южного направления, скорость 2-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурно и снег, днем 0 градусов, ночью минус 1, южный ветер 2 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде снега, температура воздуха днем 0 градусов, ночью минус 1, ветер южный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, снег в течение дня, днем 0 градусов, ночью минус 2, ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.